Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 1098, взаимоотношения. Мне известен такой случай. Две семьи, родственники, живут вместе в одном доме. Жены верующие, но одна православная, а другая баптистка. Последняя не дает православной вешать иконы в доме, мотивируя это тем, что дом принадлежит ей. Как быть, как поступить православной в такой ситуации? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь нужно учитывать то, что при заселении квартиры нужно было обговорить все условия, правила и записать их в письменном виде. Как я делаю всегда по отношению к квартирантам. И после этого, если в этом есть необходимость, наблюдать за исполнением всех пунктов. Но в одном из правил обязательно укажите, чтобы квартирант относился к квартире как рачительный хозяин. Ничего не портил, не ломал. Не перепланировал. Я обязательно указываю в договоре о найме квартиры всегда, что за квартиру с квартирантов не беру ни копейки, сколько бы они ни жили. Но если они переменят веру, то договор теряет силу. Исходим из того, что ваша православная въехала на квартиру к баптистке, не предупредив ее об иконах. Если баптистка нормально мыслящая женщина, то она не могла не знать, кого пускает, что православные и иконы неразделимы, как и баптистка со своим сборником духовных песен. Считаю, что виновны здесь обе. Если у православной нужда и ей некуда съехать с квартиры, она должна или уговорить баптистку разрешить ей вешать иконы, или съехать с квартиры. Я бы ей посоветовал пригласить эту баптистку к нам на занятия, приобрести наш материал «Беседы с сектантами» в книге «Открытым оком», том 2. И я согласен был бы с ней встретиться. А может быть, вам попытаться пожить некоторое время без икон? Пусть бы они постояли на столе или в шкафу. Вы тоже упертая, как баптистка. Исходите из того, что баптистка боится греха. А иконы для нее идолы. Она соблазняется на них. Пощадите ее. Выходов из этой ситуации очень много. В одном случае смиряя баптистку, в другом – себя. Рожденный свыше человек, как правило, стрелку переводит на себя. Не вешайте икон, не будьте как идолопоклонники.